Я хочу запросити сюди нашого дуже сміливого гостя, тому що дуже мало хто з моїх знайомих росіян наважиться сьогодні приїхати в Україну та ще в центр бандерівців і фашистів, націоналістів. Я хочу запросити Альфреда Коха, всім вам дуже відомого. Альфред, прошу вас. Занимайте удобное для вас место. Мы с Альфредом пока ехали сейчас вот сюда, полчаса поговорили. Мне кажется, он сам не ожидает, насколько он популярен в Украине. И я думаю, что сейчас он уже немножко это понимает. Ну и, конечно же, нашего большого друга, я же, наверное, даже могу сказать, нашего члена клуба DYB, Владимира Федорина, который любезно, во-первых, познакомил нас с Альфредом Кохом, благодаря этому человеку Альфред сегодня здесь. И который помогает нам, в общем-то, вместе развивать это непростое дело. Да, средний бизнес – это будущее Украины. Вот, то есть вы. Я здесь на правах модератора, поэтому я постараюсь минимизировать свое присутствие в эфире. Я буду отдыхать, вместе с вами наслаждаться, слушать Альфреда Рейнгольдовича Коха. Кстати говоря, можно сказать, с автора книжки, которая там лежит и стоит, и продается, считаю, одной из самых важных книжек этого года для украинцев. Книжки, по сути, Кахи Бендукидзе, про то, как менять жизнь разных постсоветских стран к лучшему. Я вспоминаю, что 2 года назад, наверное, кто-то из здесь присутствующих тоже был на этом мероприятии. Я был еще главным редактором журнала Forbes, приехал на Альфа Джаз. И вот в этом кресле, так, фигурально выражаясь, сидел Михаил Фридман. Это было очень интересное общение. В какой-то момент мы говорили про там, Россию, Украину. Я имел неосторожность обронить такое замечание, что но Украина-то пока свободнее, чем Россия. На что Михаил Маратович Фридман, злорадно похохатывая, сказал: «Еще не вечер». Вот. Ну, то есть, как бы это было ощущение страны, которая вслед за Россией погружается в ту же трясину. Из уст Фридмана, одного из самых толковых капиталистов постсоветского времени, это звучало особенно веско. Вот, ну, как бы выяснилось, что да, действительно, еще не вечер, но в итоге произошло то, чего никто не ожидал. Произошел Майдан, победила или частично победила революция. Россия продолжает погружаться туда же, куда она погружалась в 2013 году. С нами один из, наверное, самых глубоких, внимательных наблюдателей этого погружения. Вот начну с такого вопроса. Альфред, мы последний раз встречались в октябре. В октябре у вас в Баварии обсуждали перспективы России. Звучало мнение, что да, Путин проводит дурацкую политику, но еще как бы резервы поддержания вот этого авторитарного, скатывающегося в тоталитарный режим, еще не исчерпаны. Вот на этом мы разъехались. Вот сейчас, больше чем полгода спустя, как бы вы оценили ситуацию в России, динамику в России? Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо вам за приглашение. Я очень буду стараться вам понравиться и быть интересным, оригинальным, но ничего нельзя гарантировать. Вот, поэтому, если я буду банален и скучен, то вы уж меня заранее извините. Что касается, сегодняшнего состояния, я думаю, что с точки зрения устойчивости режима, вряд ли ситуация изменилась. Если она и поменялась, то в лучшую сторону для Путина. Потому что с тех пор цены на нефть немножко отросли, а электоральная поддержка выросла. Вот. Поэтому мы сейчас наблюдаем некое такое плато, некое такое устойчивое статус-кво.
которая сложилась внутри России. И я, откровенно говоря, в какой-то краткосрочной перспективе не вижу серьезных сил внутри страны, которые способны эту статус-кво изменить. Вот. Будущий год, в общем, определенные надежды подает, поскольку в 2016 году уже будут выборы, что так или иначе в какую-то сторону нужно будет определяться, либо допускать объединенную оппозицию до выборов, либо закручивать гайки. В любом случае, с этой вот точки равновесия, в которой сейчас завис режим, он все равно не сдвинется. Ну и значительная часть ответственности за вот эту вот сдвижку с этого равновесия, она лежит, конечно, на Западе, на Европейском Союзе, на Соединенных Штатах Америки. Если они придумают какую-нибудь свежую дебютную идею относительно Путина и его политики, то возможно, что ситуация с мертвой точки сдвинется в ту или иную сторону. В какую заранее сказать невозможно, потому что, знаете, как часто говорят, что Россия — это страна с непредсказуемым прошлым, то теперь я могу сказать, что теперь в обе стороны эта непредсказуемость работает. Она как страна с непредсказуемым прошлым, так и с непредсказуемым будущим. Поэтому важно, на мой взгляд, зафиксировать вот это вот мое понимание ситуации, что сейчас сформировалась некая позиция равновесия, вот, и такого глобального. И я пока не вижу в ближайшие несколько, так сказать, месяцев, может даже и года, сил, которые это статус-кво способны каким-то образом изменить. Да, но это значит, что мы переходим на почву Украины, да, которая не Россия с ее огромной инерцией, не Запад с его огромной инерцией. Мы в октябре там обсуждали много вопросов, в том числе там была высказана идея, что Украине проще всего выйти из этой ситуации, ну, просто договорившись с Россией про продажу Крыма. Я лично считаю, что это плохая идея. Я считаю, что оккупированный Крым — это огромный и очень важный для Украины актив, для украинской элиты, для украинского общества. Это как бы ощущение такой по-прежнему нависающей опасности. И за какие-то жалкие 30 миллиардов долларов такой замечательный рычаг, в том числе для реформ, продавать нельзя. Но вот такой более общий вопрос. Вот как может Украина повлиять на вот это внутрироссийское равновесие, равновесие между Путиным и Западом? Я вот, откровенно говоря, не помню, чтобы мы закончили на такой оптимистической ноте о том, что Украина должна продать Крым. Нет, это веселая, да, поэтому идея. Я, откровенно говоря, не помню, чтобы у нас такой итог был наших всех. Это был не итог, это была одна из идей, которые мы тогда бросали, отнюдь не самое главное. Вот. Вообще социальные сети обладают очень интересным свойством, которое еще многие недооценили. Невозможно закончить дискуссию. Вот нельзя сказать, что мы в октябре закончили разговаривать, правда? Мы все равно продолжали разговаривать. И чем мы закончили в октябре, я уже даже не помню, потому что мы ничем не закончили. Мы разъехались, а, собственно, как бы и не разъезжались даже. Со многими, во всяком случае, из тех, кто в октябре были. За исключением, конечно, Кахи и Бориса Немцова, с которыми уже теперь не поговоришь. Вот. Я, откровенно говоря, не считаю, что продажа Крыма — это идеальный вариант. Хотя история знала примеры достаточно удачных такого рода продаж. Например, продажа Аляски. Ну, я на самом деле вам эту идею не приписываю, да, я просто ее использую как переход к украинской повестке. Вот. Я не вижу здесь ничего такого особо, так сказать, трагичного. Просто это нужно было делать перед тем, как его оккупировать, а вести переговоры о покупке Крыма в какой-то уважительной, так сказать, равноправной товарищеской манере. И вполне этот вопрос можно обсуждать, почему бы нет, если уж так вам хочется, если там у вас какие-то сакральные кости закопаны. Что ж, звери, что ли? Ну, купите.
хороший сын. Вот. Но когда у тебя сначала это, как говорится, отжимают, пользуясь, как говорится, известной терминологией, а потом говорят, а давай мы это у тебя купим, даже и не говорят. Мне кажется, что это дело, так сказать, достаточно утопическая идея сейчас обсуждать вопрос покупки Крыма. Вот. А украинская повестка что? Украинская повестка определяется, мне кажется, двумя вещами. Войной и реформами. Мне кажется, я не открою для вас Америки, если скажу, что, в общем-то, и вы сами, и весь мир смотрит на Украину именно через эти две вещи. Прежде всего, так сказать, как будет разворачиваться дальнейшая, так сказать, война на Востоке. Я вот не далее, как позавчера, выступал в Совете Европы с докладом, который мы доделали после смерти Бориса. Путин, война, и как раз в это же самое время, здесь же, в Совете Европы, обсуждался вопрос о полномочиях российской делегации в Совете Европы. Вот, и, в общем, все решения, которые там случились, вы знаете. Россия была признана агрессором, а восточная часть Украины была признана оккупированной территорией. Вот. Ну, я не знаю, насколько это, так сказать, серьезные юридические последствия влечет этот вердикт, как говорится, Совета Европы, потому что Совет Европы сам по себе достаточно юмористическая организация. Вот. Но, тем не менее, это, наконец, произнесено вслух, и это стало общим местом. Теперь уже это бессмысленно, как говорится, обсуждать. В кулуарах я постоянно спрашивал всевозможных делегатов, особенно леваков, которые, так сказать, с пеной у рта говорят о том, что ни в коем случае нельзя ругаться с Россией. Я их спрашивал, почему? Вот Россия же не признает, почему вы, так сказать, забегаете вперед паровоза, Россия же не признает, что она участвует в этой войне. Я говорю, слушайте, мне любой юрист вам расскажет, что при наличии неопровержимых данных, так сказать, чистосердечное признание подозреваемого, в общем-то, и не требуется. Вот. И более того, в большинстве случаев он до кому конца упирается и не признает своей вины. Однако, так сказать, это не мешает суду вынести свой вердикт. Вот. И поэтому я, откровенно говоря, не очень понимаю, зачем такие усилия тратить на то, чтобы добиться от России, так сказать, ответа «да». Мне кажется, что все более-менее, так сказать, здравомыслящие люди, даже в России, прекрасно понимаю, что ответ уже дан, и ответ очевиден, и добиваться каких-то официальных признаний бессмысленно и не нужно. Все прекрасно понимают, и поэтому, когда мы говорим о том, что происходит на востоке Украины, да, происходит необъявленная война России с Украиной. Вот. И тот, кто в этой войне, скажем так, победит, тот и будет определять, если, так сказать, не политику всей постсоветской зоны, постсоветского пространства, но, во всяком случае, он будет моральным лидером этого постсоветского пространства. Я в этом глубоко убежден. Вот. А от этого морального лидерства недалеко и до фактического настоящего лидерства. Это просто вопрос времени, потому что для меня совершенно очевидно, что если мы переходим здесь ко второму вопросу, о котором я говорил, если Украина будет проводить реформы, по-настоящему, без дураков, без болтовни, так как их проводил Каха Бундукидзе, как вот Саакашвили в Грузии делал. Я не очень хорошо понимаю, что он делает сейчас в Одессе, и успел ли он сделать что-нибудь важное. Но то, что он делал в Грузии, я видел своими глазами, это действительно впечатляет. То, что российское правительство делало, допустим, в начале 90-х, если такие реформы будут проведены, то, безусловно, вслед за моральным лидерством Украины появится, так сказать, реальный экономический потенциал для того, чтобы возглавить постсоветское пространство. И это несмотря на то, что она там значительно меньше России, меньше ресурсов и так далее, и так далее. В современной экономике, в современном мире наличие ресурсов вообще еще никогда никого не спасло от деградации. Может быть, даже наоборот. Вот. Поэтому я смотрю, когда говорю об украинской повестке, я смотрю все на две вещи. Что делается для того, чтобы в этой войне победить, и что делается для того, чтобы реформы были настоящие и дали необходимый эффект. И делаются ли вообще реформы. Вот. И
Откровенно говоря, я не очень большой специалист по Украине, и никогда специально ею не занимался. И скажу откровенно, меня Россия волнует больше, чем Украина, по вполне понятным причинам. Вот. Но то, что я вижу, мне кажется, что если, допустим, в военной области какие-то подвижки есть, то в области реформ, а это уже стратегии, я, откровенно говоря, серьезных изменений пока не заметил. Ни в части, так сказать, институциональных реформ, ни в части реформ институтов, государства как такового, ни в части, так сказать, утилитарно-экономических каких-то преобразований. Ни по одному из этих направлений ничего, кроме какой-то достаточно радикальной риторики, я, откровенно говоря, не вижу. Хотя я еще раз говорю, что я могу ошибаться, и на самом деле что-то происходит, но пока не очень заметно. Невооруженным глазом. Ну, реформа без дураков — это фигура речи. Вы не имеете в виду никого персонально, да? Я в понедельник вместе с коллегой Виталием Сычем брал интервью премьер-министра. Ты сказал? Да, значит, Арсений Яценюк, ну, производит очень сильное впечатление, хорошо владеет цифрами, некоторыми фактами. На все прямые вопросы про коррупцию в Кабмине с горящим взглядом говорит: сажайте, вот, но только не только моих. Вот. Но при этом я вижу, что как бы его позиция — это скорее не делать реформы, а объяснять, почему они не могут быть сделаны. Вот. Поэтому да, без дураков. Дураков делать реформы нет, да, вот как бы можно переформулировать ваши требования. Реформы без дураков не бывает. Да, а значит, а какие реформы-то? Вот глядя из вашего баварского далека, с вашим опытом реформ, в том числе России, я напомню, что Альфред Кох — один из ключевых деятелей российской приватизации, вице-премьер, участник правительства младореформаторов в хорошем смысле, потому что младореформаторами называли еще вот донецкую молодежь из кабинета Януковича. Вот это правильные младореформаторы. Вот какие реформы в Украине делать? Вот, что вы посоветуете? Ну, мне кажется, что нужно провести бюджетную реформу. В смысле? Ну, насколько я понимаю, в Украине нет сбалансированного бюджета по линии регион и центр. Потому что из того, что я знаю, эта ситуация примерно аналогичная ситуации в России. Ну, давайте отбросим ситуацию, что Россия — федерация, да, никакая она уже давно не федерация. Поэтому, скажем так, в то время, когда мы пытались строить федерацию, мы пытались создать для субъектов федерации некую налоговую базу, то есть некую экономическую базу, на основе которой они могли получить некую экономическую самостоятельность. И какие-то налоги относились к местным, какие-то налоги относились к федеральным, и вот это распределение мы пытались сделать так, чтобы большинство регионов могли сами себя прокормить и быть экономически независимыми. Потом крупный реформатор Кудрин, так сказать, по указанию Путина, все это изменил, и практически все регионы сделал дотируемыми из центра, и фактически вслед за этим отмененные выборы губернаторов не вызвали никакого отторжения, потому что они превратились в фикцию. Даже самый, так сказать, оппозиционный губернатор все равно, так сказать, приходил в Минфин, становился на колени и выполнял все, что от него требуется, и, соответственно, самостоятельной политической фигурой перестал быть. И, насколько я понимаю, ситуация на Украине примерно такая же. Экономической базы у регионов нет, они не самостоятельные, и поэтому никакого... Ну, начну немножко с другого конца. На мой взгляд, вот когда Александр II проводил реформы в России, вот эти знаменитые великие реформы там 60-х годов 19 века, то он, помимо отмены крепостного права, которое все знают, начал еще и реформу местного самоуправления, ввел эти земства и так далее, и так далее. И оттуда, в общем-то, он собирался построить все здание российской государственности. Мне кажется, это очень верная вещь, и поэтому как бы вот местным самоуправлением, региональным самоуправлением нужно заниматься, потому что там как бы вот
на уровне, так сказать, ситуации, когда все друг друга знают и как бы вот работают уже какие-то линейные, неформальные, горизонтальные связи, там вот эти вот демократические традиции нарабатываются значительно быстрее, чем в масштабах там 40-миллионной страны, где люди знают друг друга по телевизору, и, в общем, телевизор моделирует, кого показывать больше, кого показывать меньше, и так далее, и так далее. На уровне региона, а тем более на уровне города, телевизор уже не может скрыть какие-то недостатки одного и, наоборот, выпятить достоинство другого. Там уже начинают люди, так сказать, быть все время на виду, и появляются вот те самые демократические традиции, о которых я говорил. И если мы создадим вот такую систему бюджетов, когда у региона, у города и так далее, у местного самоуправления есть какие-то самостоятельные источники доходов, мало зависящие от центра, то на самом деле это укрепляет страну, поскольку появляется огромное количество каких-то самоуправляемых сообществ, которые существенным образом облегчают управление страной в целом. Поскольку огромное количество процессов становится, решается, даже не доходя до уровня Киева. И в стране, которая хочет построить рыночную экономику, свободную экономику, конечно же, среда, в которой очень развита, так сказать, власть на местах, а верховная власть, так сказать, исполняет лишь те функции, которые нужны, она намного более вот такая государственная система адекватна рыночной экономике, чем некий такой унитарный монстр, где все приказы исходят от центра и все деньги там вверху собираются. Называйте это там федерализацией, больше самостоятельности регионов, но мне кажется, что это абсолютно очевидная и необходимая вещь. Помимо прочего, это даст абсолютно очевидные позитивные результаты, потому что, прежде всего, конечно, в сокращении госаппарата. Мне кажется, что, судя по тем цифрам, которые я видел, украинский чиновничий аппарат раздут до каких-то невероятных масштабов. И в этом смысле он даже может сравниться с российским, который, там, насколько я понимаю, со времен Ельцина вырос чуть ли не втрое. Ну, просто короткий... Хотя ельцинский тоже был очень большой. Тоже да, был очень просто большой. Короткая ремарка. Вот Саакашвили пришел в Одесскую держадминистрацию, обнаружил, что там 787, то ли 837 сотрудников вместе там с прилагающимися агентствами. В общем, его цель сократить до 80, и, в принципе, там, наверное, это не предел. И, кстати говоря, то, о чем вы говорите, это одно из 4D, которое Саакашвили здесь в Украине проповедует с апреля. Децентрализация плюс дебюрократизация, это сокращение аппарата, дерегулирование и деолигархизация. Вот, кстати, деолигархизация. Да, вот я просто приведу простой пример, что касается России, чтобы вы поняли. Если по моим ощущениям и по моим тем представлениям, которые я знаю из той статистики, которая доступна, я так понимаю, что удельный вес, как говорится, чиновника в общем населении Украины примерно такой же, как в России. Так вот, я просто напомню, что когда правительство еще гайдаровское, еще одних молодых реформаторов, пришло к власти, вот, и мы тогда сидели в госком имуществе, и все здания всех федеральных министерств и все здания коммунистической партии шли к нам. Вот. И правительство России тогда располагалось только в Белом доме и занимало еще несколько, так сказать, зданий, плюс, да, пожалуй, и все. Так вот, в течение буквально полугода все здания всех министерств, включая отраслевые министерства, которых в правительстве Ельцина не было, отраслевые министерства, все, включая все здания ЦК, весь комплекс зданий на Старой площади, был занят чиновничьим аппаратом разрушившимся, и постоянно не хватало помещений. Вот. И постоянно я получал от Черномырдина уже потом всевозможные указания изыскать резервы, найти площади под расширение этого министерства, под расширение этого министерства, этого комитета, этого агентства и так далее, и так далее, и так далее. И мы не знали, где брать эти помещения, поскольку уже все, что было построено Советским Союзом,
То есть страной без рыночной экономики и просто тупо в два раза больше, чем Россия. Все это было занято аппаратом российской власти, скажем так, администрации президента и парламентами двумя, и правительством. Так вот, по сравнению с этой ельцинской ситуацией, ситуация стала еще хуже в три раза. И они уже, не имея никаких новых помещений, начинают строить новые офисы. Поэтому в России есть ресурсная рента, и она может себе позволить еще какое-то время дурачиться. Но Украина это ренты, к сожалению или к счастью, это же вы сами решаете, нет. И поэтому мне кажется, что то, о чем говорит Саакашвили, и то, что очевидно любому здравомыслящему человеку, это важно. И поэтому вот я и говорю, что я рад, кстати говоря, я не знал о том, что Саакашвили говорит о децентрализации бюджетов и о необходимости сокращения количество чиновников, но это полностью совпадает с тем, что думаю я по поводу Украины. Вот. Потом, безусловно, собственно, рыночные реформы необходимы. Это приватизация, наконец, проведенная прозрачно, ясно, гласно и быстро, чтобы не успели сговориться, создать альянсы и так далее, и так далее. Когда приватизация идет долго, то потенциальные покупатели очень быстро договариваются, и я уже знаю по своему опыту, всегда договариваются за счет продавца. И вы, проводя какие-то серьезные тендеры и думая получить на нем какие-то серьезные деньги, острую конкуренцию за тот или иной актив, в концовке получаете одного покупателя и стартовую цену, превышенную на 1%. Потому что они обо всем договорились. Я на этот аукцион не прихожу, зато ты не приходишь на тот, который я для себя приготовил. И в этом смысле чиновник практически бессилен. И никакой коррупции, собственно, и нету, а денег тоже. Потому что купили все по тем стартовым ценам, за которые ты продаешь. Да, но тут как бы один вопрос уточнения. Да? 96-97 год, просто в России не было политической воли на то, чтобы продавать госпредприятия иностранцам. Да? То есть семибанкирщина, олигархический междусобойчик, это как бы пик власти олигархов в России. Сейчас олигархи в Украине ослаблены. Да? Вопрос к вам, как к специалисту по приватизации. Можно ли вот в этой ситуации привлечь серьезных западных покупателей, да, потому что без участия западных покупателей, как мы знаем по российскому опыту, любая приватизация там по факту окажется нелегитимной. Ну, я не готов согласиться, что в 96-97 году была установка по недопущению иностранных инвесторов. Скорее, вы говорите о 95-м году, о залоговых аукционах. Тогда да, тогда прямо в указе президента о залоговых аукционах было записано, что иностранцы на них не допускаются. Вот, я готов долго объяснять, как эта запись появилась, какая в ней была логика, как я был против этого и как меня все равно переломали, но факт остается фактом. Что касается 96-97 года, там ситуация была обратная. Если вы помните, на самом скандальном аукционе по Сосинвесту как раз победил Сорос. Поэтому, а конкурировала с ним испанская телефоника. Поэтому говорить о том, что мы иностранцев не допускали, как раз наоборот допускали. А Гусинский, Березовский и все прочие там Потанин, они были там мелкими миноритариями в этих альянсах, где главными были Сорос с одной стороны, с другой стороны телефон. Поэтому как раз после второго срока Ельцина у нас первый год-полтора был некий такой окно возможностей. Год, такое окно реформ, окно возможностей, которое мы попытались использовать, но там уже начались другие процессы, там уже начался поиск преемника, и люди уже начали заглядывать в 2000 год и не думать о текущем, как говорится, хлебе насущном. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, что приватизация, так сказать, столь мною любимая, она как бы проделывается для двух целей. Во-первых, она сама по себе институциональная реформа, она меняет структуру собственности, создает некий новый, как говорится, группу интересов, новый класс игроков, которых до сих пор не было в игре. И потом вы не забывайте, что ведь когда мы говорим приватизация, то часто вспоминают там какие-то там 10-15 продаж, которые
были самыми громкими и самыми ясными. Что-то там в металлургии, что-то там в нефтянке. На самом деле приватизация, которую провели в Россию, она прежде всего, это приватизация всего общепита, всего, так сказать, всей торговли, всего жилого фонда, огромная приватизация земли, недвижимости. Это же все сотни тысяч, миллионы людей стали, так сказать, субъектами экономической жизни, как владельцы некого актива. Все практически жители Москвы в пределах Садового кольца без разбору стали долларовыми миллионерами, понимаете? Это произошло, так сказать, на наших глазах, и поэтому говорить о том, что там бенефициарами приватизации был какой-нибудь Березовский с Абрамовичем, ну, на мой взгляд, это сильно обедняет эту тему. Ну, вот, бенефициарами реформ приватизации стала вся страна. Я уж не говорю о том, что там люди очень часто тыкают Чубайсу бедному, так сказать, этот ваучер в нос, как, так сказать, аферу некую. Я не буду, так сказать, сейчас обсуждать ваучер, хотя я был против ваучера, но, на мой взгляд, это был единственный случай в истории России там, за последние 300 лет, когда государство не отобрало, а дало. И, так сказать, прикать государство в том, что оно дало мало, на мой взгляд, это, на мой взгляд, не очень справедливо, поскольку, так сказать, до сих пор оно только отбирало. Вообще, отбирало много. Вот. Но помимо этого, вот, я не знаю, кто из вас знает эти... Все там были колоссальные льготы трудовым коллективам. Огромное количество акций было до 50% на крупных предприятиях, раздавалось рабочим бесплатно. И эти акции потом, в общем-то, легли в основу всего фондового рынка и так далее, и так далее. Вот, до сих пор есть люди, которые держат эту свою долю акций «Газпрома» и, в общем, довольны, так сказать, ее денежным наполнением на сегодняшний день. Вот. Поэтому мне кажется, что вот это институциональное значение приватизации настолько органично влилось в российскую жизнь, что мы почти его не обсуждаем, а обсуждаем только фискальную сторону, вот эту вторую сторону. Но мне кажется, что эта первая часть, она значительно важнее второй. И даже если вторая будет не очень убедительная, то в любом случае приватизацию нужно делать хотя бы из первой институциональной ее составляющей. И вы зря думаете, что это не поменяет и в том числе политический ландшафт на Украине. И вы перестанете, так сказать, мыслить, например, о Раде, как о неком, так сказать, сочетании там, группировок 10 олигархов. Это будут совершенно другие люди, выдвинутые целыми слоями общества, а не только, так сказать, там, какими-то силами Коломойского, силами там, Ахметова и так далее. И так далее. Вот. Вот. А что касается деолигархизации, я, откровенно говоря, не очень понимаю, откуда они взялись на Украине, олигархи. Вот понятно, что основой, так сказать, олигархата в России являются вот эти вот крупные сырьевые компании. Ну, как и в Украине. Что сюда перешло? Ну, они, так сказать, я не очень понимаю, откуда... Вот, понимаете, вот я вам приведу простой пример. Вот Россия до конца 90-х брала деньги у МВФ. И где-то начиная с 2000 года она перестала брать деньги у МВФ, а может даже с 99-го, и начала их потихоньку отдавать. И вот с момента, когда она уже перестала занимать деньги у международных финансовых организаций, и она получила сбалансированный бюджет, и ее рынок начал расти, и акции начали расти. И вот тогда, насколько я помню, вот Владимир тогда как раз тоже в Форбсе работал, в России появились первые олигархи. Ведь первые олигархи, я насколько понимаю, люди, у которых появился первый миллиард, появились в России в 2000 году. Чуть позже. Даже чуть позже, совершенно верно. Но я не могу припомнить ни одной страны, которая берет деньги МВФ и уже имеет миллиардера. Откуда они взялись? Ну, вы же говорите про лидера на постсоветском пространстве. Вот оно, настоящее интеллектуальное лидерство. Сначала рассчитаемся с МВФ, потом начинаем расти, начинают, так сказать, расти капитализация компании и появляются миллиардеры. В Украине обратные последовательности. Нет, ну просто я
поясню, да, Украина, как и Россия, это страна с очень тяжелой структурой экономики, с большой долей базовых сырьевых отраслей. Собственно, если вы посмотрите на список, там среди миллиардеров, причем таких мерцающих, всего два, которые не связаны с рудой, металлургией и прочей вот этой вот вонючей хренью, ну, вонючей в прямом смысле, потому что выбросы в атмосферу. Президент Порошенко, который построил FMCG бизнес, и Юрий Косюк, который построил экспортную компанию, занимающуюся курятиной. Да? Все остальное — это вот она, металлургия родная, тяжелое наследие советского прошлого. Дорогие участники нашего мероприятия, я сейчас задам последний вопрос Альфреду, а вы готовьтесь поучаствовать в этом турнире, потому что мне интересно. На самом деле, вот интересную вещь вы сказали про открытый вопрос про лидерство на постсоветском пространстве. И мы с вами прекрасно помним, когда и молодые реформаторы, и вообще российское правительство в 90-е годы, и российское общество, разные слои, журналистское сообщество и там, может быть, образовательное сообщество, чувствовали, что Россия — это такой вот как бы флагман реформ, флагман прогресса на постсоветском пространстве, что как бы Россия может быть лидером в плане движения вперед. Вот каким параметрам должна отвечать, на ваш взгляд, Украина, да, чтобы действительно принять эту эстафету, стать лидером гуманитарным, экономическим, технологическим, может быть? Ну, если, если говорить грубо и примитивно, то я бы дал так. Рост ВВП в течение 5 лет не ниже 5-7% в год. И ВВП на душу населения по ППС где-то на уровне 20 тысяч долларов. Ну, сейчас 8 тысяч, соответственно... 18-20 тысяч. Если Украина достигнет этих двух параметров, она станет безусловным лидером постсоветского пространства. Ну, соответственно... Никто не будет копировать русскую модель, все будут копировать украинскую модель. Ну, собственно, что мы называем лидерством? Привлекательность для людей, привлекательность, да, создание образцов, которым будут подражать. Ну, поэтому пока Украина не достигла ВВП по паритету покупательной способности 18 тысяч долларов на душу, у всех присутствующих есть возможность инвестировать сюда, если эта ставка сыграет, заработать кучу денег, потому что все остальные придут уже позже вас. Хорошо, спасибо. Ваши вопросы, дорогая аудитория, кто первый? Да, пожалуйста. Город Черновцы. Да, да, и просьба представляться. Добрый день, мэр города Черновцы. Короткий комментарий по поводу бюджетной децентрализации. На самом деле, как страшный сон, все мэры вспоминают прошлый год и понимают, как сегодня намного легче жить, потому что в прошлом году, когда на город с населением практически 300 тысяч, казначейство выделяло 80 тысяч гривен на все, и мэр подписывал платежки там управлению охраны здоровья 2000 гривен, чтобы не отключили телефоны. Сегодня все платежи идут. На самом деле увеличится бюджет. Я понимаю, что другой курс доллара и все остальное. Это что касается реформ. А вопрос на самом деле как бы глобальный. Какое ваше видение того процесса, который сегодня происходит? Все в принципе понимают, что ни Европе, ни Америке не нужна развалившаяся Россия. Не нужно падение режима Путина, потому что процесс может выйти из-под контроля. Огромное количество автономных каких-то регионов будут иметь в своем распоряжении там ядерное оружие и так далее. Поэтому это все процесс какого-то определенного торга, определения условий. Вот ваше видение этого процесса. Потому что в Украине на самом деле многие люди вот на бытовом уровне, они ждут, да, что или самолет с Путиным упадет, или... там еще что-то произойдет, и сразу закончатся все беды и проблемы. Спасибо. Я не очень понял вопрос. Ну, может быть, я уточню. Да. То есть, как бы в этом уравнении Россия, Запад, Украина, успешная Украина, она может быть даже не очень
как бы, не та цель, которую ставит для себя Запад, потому что успешная Украина может привести к развалу России. Правильно я или не понимаю, как это связано? Ну, не совсем так. То есть, как бы, проблема Украины, да, все считают, что проблемы Украины, в Украине многие считают, что могут решиться, если переизберут Путина, да, если изменится или Россия режим, развалится. Да, в России что-то произойдет. Но в то же время, как бы, говорят о том, что и Европа, и Америка, они как бы не заинтересованы в том, чтобы в России была нарушена стабильность. Они заинтересованы в том, чтобы в России все-таки стабильность сохранялась. Ну, я не знаю, может быть, я не отвечу на ваш вопрос, но я попробую порассуждать на эту тему. Безусловно, никто не хочет нестабильности в ядерной державе. Ну, это наивно полагать. Я могу вам сказать совершенно ответственно, что вот когда мы разговаривали с Джимом Бейкером, это государственный секретарь Джорджа Буша старшего, который как раз был государственным секретарем в момент развала Советского Союза, мы с Петром Авиным когда писали книгу, там в числе про Гайдара, я не знаю, кто-нибудь из вас видел эту книгу «Революция Гайдара», там одно из интервью с Джимом Бейкером как раз было, и они откровенно говорили, что мы до последнего хотели сохранения Советского Союза, мы не хотели, чтобы развалился Советский Союз. И мы до последнего вели переговоры с чиновниками Горбачева, хотя теперь нам уже было понятно, что Горбачев был бессилен, нужно было разговаривать с Ельцином. И мы продолжали вести переговоры, так сказать, с чиновниками Горбачева даже еще в январе 92 года. И только потом они уже сели за стол переговоров как раз с Петром Авиным, и тогда, так сказать, европейские чиновники, американские переориентировались на переговоры с российским правительством, поняв, что Советского Союза больше просто нет. Вот. Поэтому говорить о том, что Запад хочет там развала России, понятно, что это для внутрироссийского употребления очень хорошая штучка такая, очень популярная, но на самом деле это не так. Никто не хочет никакого развала России. Ну, вот. И если Путин обеспечивает сохранение России, то, безусловно, как говорится, Запад будет поддерживать Путина. Но если вы спросите меня, то я считаю, что как раз Путин разваливает Россию, а не укрепляет ее. И поэтому, если Запад от него отвернется, начнет поддерживать какие-то другие силы, то как раз он тогда начнет работать на сохранение России, а не на ее уничтожение. Как бы это ни казалось странным. Поэтому парадокс ситуации состоит в том, что если Украина чуть потерпит Путина, то как раз вот тогда-то она и дождется развала России. Понимаете? Ну, к сожалению, Путин сам не понимает, что он его разваливает, и вся его, так сказать, эта банда, она тоже не понимает, что они разваливают Россию. Вот. И вот это самая главная трагедия, когда народ, огромный, так сказать, 140-миллионный народ, идет вслед за своими, так сказать, вождями, которые ведут их в пропасть. Ну, слушайте, где-то там в небесной канцелярии, видимо, принято такое решение. Ну, я переформулирую, то есть чем дольше продержится Путин, тем вероятнее развал России. Безусловно. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что если речь идет о неком современном, модернизированном, актуальном государстве, то по сравнению с таким государством, будь то федерация или унитарное государство, я уж не знаю, как называет Путин то, что он строит, то, что происходит с государственными институтами в России, иначе тем, чем деградация, невозможно. Мы откатываемся в Средневековье, потому что, например, на уровне взаимоотношения Москва-Грозный, то мы имеем просто средневековую личную унию, да, потому что мы вот имеем, ну вот я вот давеча, так сказать, буквально вчера был в Кракове, гулял по Вавилу, да, и нам там подробно рассказывали, как же вот возникла эта уния между Литвой и Польшей, да. Вот, это личная уния, так сказать, договорились два монарха, поженились, ударили по рукам. Но, собственно, долгое время эти два государства существовали независимо друг от друга, но просто вот объединенные некой правящей династией. То же самое здесь мы имеем. Да, так сказать, Чечня постольку часть России, поскольку Кадыров декларирует верность, так сказать, Путину как своему некому духовному отцу. Да? Вот. И все. А как только он перестанет его считать духовным отцом, или не дай бог, конечно, Путин, так сказать, век живи, помрет, то никаких моральных обязательств оставаться внутри России у Кадырова не будет. У него уже были только личные обязательства. Это чистое средневековье и все, что там происходит. И поэтому говорить о том, что это некая устойчивая конструкция, говорить нельзя, понимаете? Вот. И можно, наверное, такого рода взаимоотношения проследить во многих частях
нашей страны. И вот эти вот огромные сдачи в аренду сельскохозяйственных земель в Сибири для китайцев, концессии на месторождения, которые китайцам отдаются. Ведь это только кажется, что это такие временные явления. Нет ничего более долгосрочного и долговременного, чем какие-то временные решения. Поэтому я откровенно говоря, не очень понимаю, почему считается, что Путин — это некий гарант единства России. Это как раз гарант ее развала, на мой взгляд. Вот. И думаю, что если на эту тему хорошенечко подумать, то это можно увидеть. Вот. На сегодняшний день единство России обеспечивается лишь страхом перед путинской репрессивной машиной и вот этим вот обгладыванием региональных бюджетов, которые устроили, так сказать, наши либеральные финансисты в середине нулевых годов. Вот. Больше ничем. Вот. Собственно, культурное, какое-то транспортное, инфраструктурное пространство давно разорвано. Вот. И я, откровенно говоря, не очень понимаю, почему Запад, как вы говорите, должен делать ставку, для того, чтобы сохранить Россию как единое государство, должен делать ставку на Путина. Мне кажется, как раз это очень, очень рискованная ставка. Вот. И потом, когда я говорю о неком лидерстве Украины на постсоветском пространстве, я ведь не говорю о том, что она должна победить каким-то образом, там, экономически задушить Россию. Не так. Она должна служить образцу. Она должна служить, скажем так, магнитом. Да и даже не магнитом. Она должна быть модной. Вот раз хорошее слово. Модной. То есть вот некие, так сказать, политики в постсоветских государствах, они должны видеть, что Россия — это не модно, а Украина — это модно. Вот сейчас модно делать так, как делают в Киеве, а не так, как делают в Москве. Понятно, в чем дело? Дело в том, что в свое время, так сказать, этим образцом могла стать Грузия, но она слишком маленькая, чтобы быть убедительной для этого. Вот. В какой-то момент, я не исключаю, кстати говоря, что пока Украина, так сказать, все думает над реформами, модным станет Назарбаев. Потому что он реально, так сказать, во-первых, он действительно проводил реформы. Это действительно так. И сейчас он собирается снова их начать проводить. Уже он раз в 7 лет просыпается. Да, но тем не менее он не отступает. Он сделает реформы, и потом он на этом базе стоит. Он не отходит, как Россия, назад. Мы начинаем оптовый рынок электроэнергии, мы прекращаем оптовый рынок электроэнергии. Мы начинаем приватизацию, проводим национализацию. Этого ничего нет. Мы там проводим жесткую денежную политику, мы не проводим. Мы начинаем печатать рубли. Понимаете? Назарбаев, он достаточно последовательный. Если он провел там реформу городского самоуправления, если он приватизировал все городские службы там, и так далее, так далее, если он провел приватизацию, то он уже не откатывает назад. Он выжидает, он приостанавливается, закрепляется на достигнутых рубежах, потом следующий этап и так далее, и так далее. Поэтому я не исключаю, что вот сейчас, если он начнет те декларируемые реформы, которые он наметил, и у него там достаточно убедительная команда, насколько я знаю, он станет модным. Он станет модным для подражаний, так сказать, азиатскими нашими, так сказать, бывшими коллегами, и закавказскими, и так далее. Вот. У Украины есть все шансы стать модным, стать лидером моральным и нравственным, и каким угодно, законодателем мод на постсоветском пространстве. Нужно просто захотеть этого и сделать это. Ну как вы захотели Януковича скинуть, так же нужно захотеть и сделать. Но само сейчас все проблемы видят в России. Так, давайте по очереди, да. Значит, кто следующий вопрос? Кстати говоря, один из самых сложных тезисов. Можно ли делать модернизацию государства и экономические реформы в условиях, когда государство находится фактически в состоянии войны? По поводу состояния войны, я думаю, мы сегодня еще 100 раз поговорим, потому что оно такое очень странное состояние войны, и не только Россия виновата в том, что это состояние войны очень странное. Вот. Но я могу вам сказать, да, ответ на этот вопрос — да, конечно. Конечно. Как любой фактор, который ухудшает ситуацию,
Война, конечно же, должна стимулировать реформы. Она не должна их останавливать. Как бы ни казалось, это очевидно. Она как раз должна их стимулировать. В свое время Гайдар, царство ему небесное, сказал очень хорошую фразу о том, что коллективное IQ правительства обратно пропорционален ценам на нефть. Вот. И это очень правильно, потому что потенциал реформ обратно пропорционален трудности. Вернее, прямо пропорционален трудности. Да, значит, чем труднее, тем больше хочется реформ. В условиях профицита бюджета, в условиях там, $120 за баррель, реформ никто не делает. Никто. И это, так сказать, слушайте, это общее место во всем мире. Здесь Россия не уникальна, и Украина тоже не будет уникальна, если у нее будет профицит и так далее. Никто не делает реформ, когда и так все хорошо. Реформы делаются от плохой жизни, а не от хорошей. Вот. Поэтому война — это фактор, который делает жизнь плохой. Поэтому она, так сказать, в этом смысле стимулирует реформы. Примеры, пожалуйста, Израиль. Израиль постоянно находится под перманентным давлением своих соседей. Военным, невоенным, моральным, так сказать, всяким разным давлением. Это такой прессинг, которого находится уже, так сказать, там 70 лет, я не знаю, сколько там Израиль, 60 лет, да? 50? Вот. И в рамках этого прессинга мы сегодня имеем быстрорастущую экономику, которая занимает там второе место в мире по патенту. Вот. Причем эта экономика действительно современная, она вся на хай-теке, вся, так сказать, на новациях, на венчурных инвестициях и так далее. И я даже вот по себе знаю, как бизнесмен, который занимается бизнесом в Германии, я уже знаю, что, так сказать, израильские бизнесмены приезжают в Германию и метут недвижимость метлой, понимаешь? И вот уже немецкие владельцы недвижимости носятся за израильскими скупщиками, хотя где этот Израиль был 10, 15, 20 лет назад и где была Германия? Сегодня это такой дракон новый, ближневосточный, который, так сказать, обладает огромным финансовым потенциалом, и он появился в Европе как новый игрок. Вот. Я думаю, что, так сказать, и кроме Израиля тоже можно привести достаточно стран, которые постоянно находятся под непосредственной перманентной военной угрозой, и тем не менее развиваются достаточно бурно. Там Южная Корея, например, Тайвань, например. Тайвань постоянно находится, так сказать, фактически в постоянной осаде весь послевоенный период. Это крупнейший производитель, так сказать, интегральных схем, так сказать, и богатейшая страна. Поэтому, конечно же, можно и нужно и обязательно проводить реформы именно в условиях, когда плохо, когда тяжело, а не когда хорошо и легко. Вот не надо рассуждать так, что вот мы закончим сначала войну, а потом займемся за реформу. Так не будет, это не работает. Это не работает. Вы закончите войну, и реформ делать не будете. Ну да, то есть если вы пропустите такой шанс объяснения людям, почему делать трудно реформы, да, то что должно случиться? Метеорит должен упасть и разрушить Киев. А еще у кого вопросы? Пожалуйста. Потому что у меня нет такого ощущения. Вот буквально вчера там по Европе перед заседанием масса министров иностранных дел. Вот я хочу некоторые там тенденции, которые, по-моему, не говорят о балансировании. Что сделал Путин? Он разрушил систему баланса. Да? То есть исчезли неприкосновенность границ, аннексия территории, но то, что вы, я согласен, частично, что Совет Европы юридически признал факт агрессии, аннексии Крыма, но намного серьезнее, что Меркель впервые, там, после Австралии, впервые четко сказала слово Крым, потому что Запад после аннексии Крыма мировые политики даже не называли, просто говорили абстрактно. И что-то произошло между Меркель и Путиным. Я Меркель лично хорошо знаю, с Путиным тоже встречался. Я понимаю, что роль Германии была вот в этой системе балансов, роль Германии была определяющая. И много немецких послов мне рассказывали, почему они всюду тормозили Украину по пути к Европе, особенно к НАТО, потому что этот немецкий engagement, да, вот мы с Россией так вот миллиардами связываемся, что Путин не сможет делать безумные шаги, потому что мы повязаны экономически. Вот это произошло первое, кто кого добили Германию в целом,
при их там всем реальной политике и при их желании продавать мясо на огромных рынках. Но посмотрите, что дальше происходит. Три года шла там исследование по монополии Газпрома, решение вывести прикладную часть, судебное решение будет сейчас. И мне понятно, что Газпром уже не сможет быть оружием внешней политики в России. Они делают единую энергетическую политику. Путину будет намного сложнее играть в игры, которые он играл. Решения не будут принимать какие-нибудь Орбаны или там какие-нибудь греки отдельно. Это будет все централизованно. Будет, в чем вопрос? Я хочу сказать, да, к тому, к чему оно идет глобально. Теперь ЮКОС 50 миллиардов. Аресты недвижимости. Ну, понятно, что Россия угрожала Бельгию арестовать все там представительства Бельгии в России. Очень страшно. Но Франция. То есть силовой запуск механизма, где Россия просто показывает, что решение Европейского суда нужно выполнять. Речь идет там 50 миллиардов, да, в сумме. Дальше, те суды, которые есть у нас там с Газпромом. Сформулируйте, пожалуйста, вопрос. Так я говорю к тому, что баланс этот, сейчас не на пользу России. Я не вижу в перспективе, как это будет улучшаться. Попытка зеленых человечков кого угодно перейти линию разграничения будет... Усиление санкций, секторальные санкции. Газпром уже сейчас не знает, что с газом делать. Почему вы считаете, что баланс установлен? Я не вижу пути для Запада отступать. Запад будет только усиливать санкции. Мне это понятно, как божий день. Путин тоже не имеет выхода. Он разогрел внутреннюю ситуацию. 86% истерики. Россияне рвутся в бой. Как при этом вы считаете, что это баланс? В чем для Путина перспектива удерживать эти отношения при такой тенденции? В основном финансовой и международной. Спасибо. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что я в самом начале своего выступления сказал, что на сегодняшний день некое затишье, некий баланс. И сказал, мне не очень понятно, как будет вести себя Запад, если он, так сказать, перейдет в атаку, то, конечно, он этот баланс разрушит. То, что вы говорите, это свидетельство того, что Запад, по вашему мнению, перейдет в атаку. Или уже начал, перешел. Уже начал переходить в атаку. Ну, откровенно говоря, я не такой оптимист, как вы. Могу объяснить, почему. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что какие-то такие административные шаги, энергетическая хартия, единая энергетическая политика и так далее, это, конечно, очень хорошо все, да? Вот. Но проблемы у Газпрома со сбытом газа возникли, мне кажется, не от этого. Мне кажется, проблемы Газпрома со сбытом газа возникли от того, что вообще существует такая странная вещь, как научно-технический прогресс. Вот. И все вот эти вот административные рычаги, они появились не потому, что Европа готова затянуть пояса потуже, но во что бы то ни стало избавить себя от русского газа и от зависимости от русского газа. И от возможности Газпрома заниматься политикой через газовый вентиль. Да? Вот. Нет, Европа не готова затягивать пояса. Европе просто нет нужды затягивать пояса, потому что она уже технически достигла возможности работать без русского газа. И поэтому появились эти административные рычаги. Если бы она была ей нужен этот газ, то этих рычагов не появилось бы никогда. На сегодняшний день, насколько я помню цифры, я могу ошибаться, плюс-минус там 2-3%, но в энергобалансе Германии совокупная доля ветряной и солнечной энергии, по-моему, 27%. Да? Да, 27%, не 3, 27%. Вот. А доля российского газа 8%. А еще 10 лет назад пропорция была обратная. Вот. И я вот как житель Германии могу вам сказать, что это видно. Это видно с какой-то, так сказать, как грибы растут эти ветряки, как они, так сказать, в море уходят, там, когда на пароходе плывешь в Норвегию, так сказать, на сотни километров в море стоят эти ветряки и крутятся круглый день, крутятся. Я уж не говорю про солнечные панели, которыми все пустыри в Германии заставлены. Вот, поэтому все над ними смеялись, крутили вокруг виска пальцем, говорили, что это дорого, это не работает, что вы делаете, так сказать, и так далее. А теперь видно, что это, оказывается, работает и приносит прибыли. На сегодняшний день все капитальные затраты на это начали окупаться, энергия практически дармовая. Вот по прошествии там, 5-7 лет, когда период окупаемости всей этой энергетики. Поэтому посмотрим. Я вполне допускаю, что
Понимаете, в чем дело? Дело в том, что вот мой опыт общения с западными политиками, прежде всего, конечно, германскими, говорит о том, что они не хотят ничего в России менять. Они хотят, чтобы она перестала быть угрозой. Они с удовольствием бы имели дело с Россией, путинской, коррумпированной, которую можно подкупать, с которой можно заключать нерыночные, непрозрачные сделки, которые, безусловно, им выгоднее, чем рыночные и прозрачные. Вот. Но при условии, что Путин это не угроза. Они хотят из России сделать некую подобие там, Северной Кореи, например. Некий такой замкнутый в себя авторки, который занимается там, своими делами и вообще, так сказать, во внешние дела не лезет. И если они добьются такого, потому что чтобы она не угрожала не только там Европе, но и Украине не угрожала. Там занимается своими делами. И тогда они, так сказать, им плевать, что там будет внутри страны с правами человека, с демократией и так далее, и так далее. Это проблема Путина. Он там поддерживает внутреннюю стабильность, и слава богу, мы и не очень интересуемся, что там, в конце концов, так сказать, установление демократии в России — это дело русских, а не наше дело. Вот. Вот такое вот отношение. А покуда Россия, так сказать, представляет себе угрозу, она непредсказуема, там, какие-то у нее имперские амбиции, это все опасно, и поэтому с этим мы будем бороться. Но не более чем до той поры, как она, так сказать, успокоится и так далее. То есть у них нет задачи построить, сделать из России страну, так сказать, наподобие Германии там, или какой-нибудь Франции, или там, с заработающими демократическими институтами, там, с защитой прав человека и так далее. У них нет такой задачи. У них есть задача сделать Россию неопасной. А это с Путиным возможно? Или он прошел какой-то барьер? Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, ну, как говорится, определяется методом эксперимента. Если до Путина дойдет, чего от него западники хотят, что они не угрожают его власти, они лишь всего хотят, чтобы он не угрожал им. Вот, то тогда да. Но так он все время говорит: ребята, я вам не угрожаю, я вот тут только... Вы поймите, вот эта вот война на Востоке, это же все для внутреннего потребления. Это же все для внутреннего потребления. И весь этот аннексия Крыма, она же все... Ну, вот я не знаю, если вы читали доклад, который мы написали, вот этот «Путин. Война», который Борис начал делать, и который мы закончили там целым коллективом авторов, включая там меня, Сережу Алексашенко, там, Илью Яшину и так далее. Там же четко было сказано, что Путин, придя к 2012 году к власти, сначала попытался, он увидел, что рейтинг у него реально, так сказать, болтается где-то в районе 40-45%. Что его, безусловно, не могло устроить. Потому что, как ни странно, у любого диктатора, это вообще, кстати, очень важный парадокс, который я хотел бы, вот, сказать, чтобы вы поняли. У любого диктатора существенно больше свободы рук, чем у демократического избранного лидера, за исключением того, что у него должен быть все время высокий рейтинг. Потому что, не опираясь на формальные, так сказать, механизмы легитимности, он должен иметь прямую легитимность. Легитимность постоянной, несменяемой большой поддержки народа. А вот 40-45% рейтинг – это не мандат от народа на диктаторство. И поэтому он прекрасно понимал, что система крайне неустойчивая. И весь 11-й год, 12-й год, 13-й год был посвящен тому, чтобы рейтинг поднять. Сначала это были популистские указы, так сказать, 12-го года, майские указы, так называемые, которые, во-первых, наполовину были не выполнены, а во-вторых, не дали своего эффекта. Потратив огромное количество денег, рейтинг никуда не шевельнулся. Вот. Потом он начал закручивать гайки. Это тоже не возымело никакого эффекта. Все эти, так сказать, разгоны митингов и прочее, прочее, ничего, никакого эффекта. Вот. Он встал перед серьезной проблемой, так сказать, институциональной реформы государства. То есть он должен был фактически, так сказать, начать возрождать демократические институты, начать новый, так сказать, этап экономических реформ, которые заглохли в конце 90-х и так далее, и так далее. Он этого явно не хотел, потому что это была прямая угроза его режима. И он решил разыграть вот эту вот имперскую националистическую карту. Для этого он воспользовался этим вашим Майданом, захватил Крым, рейтинг поднялся вниз. Стало, так сказать, мировое общественное мнение против этого. Ему нужно было что-то, так сказать, в размены отправить.
Крым обратно отдавать, значит, рейтинг еще ниже 40% рухнет. Значит, нужно затеять какую-то войнушку, которую разменять на отмену санкций. Вот теперь он торгуется, он хочет войну на Востоке, а обменять на отмену санкций, а Крым, как бы, как свершившийся факт, вывести за скобки переговоров. Эта ситуация уже была однажды. Это же прием, который использовал Никита Хрущев в Карибском кризисе. Если вы помните, там Карибский кризис начался, так сказать, не на Кубе, он начался в Турции. Там стояли ракеты «Атлас», которые прямо угрожали Советскому Союзу, и там подлетное время было какое-то там минимальное. Вот. И вся эта карибская заваруха была затеяна для того, чтобы тоже иметь угрозу поставить ракеты примерно в том же подлетном времени, что и «Атласы» в Турции. И когда американцы увидели, что у них под боком могут появиться ракеты, они договорились с Хрущевым, что он убирает ракеты, которых он и не поставил фактически. Но зато американцы убирают «Атлас» из Турции. Таким образом, американцы всему миру пропиарили, что они выиграли Карибский кризис, потому что они дали Хрущеву поставить ракеты на Кубе. А де-факто, если посмотреть на ситуацию как на черный ящик, на входе американские ракеты в Турции стоят, русских ракет на Кубе нет. На выходе русских ракет как не было, так и нет. А американских ракет в Турции уже нет. Вот. То есть он создал некую новую угрозу, которую разменял на то, чтобы, так сказать, убрать старую. То же самое и здесь. Крым выводим за скобки переговоров. На столе, так сказать, конфликт на востоке Украины. Хотите, чтобы он закончился, отменяйте санкции. Поэтому это искусственный конфликт, созданный для того, чтобы отвлечь внимание от Крыма. Мое глубокое убеждение, что это так. Другой раз говорил, что у него не получается пока его разменять. Ну, значит, его надо сильнее поджечь. Побольше жути нагнать. Побольше трупов, побольше крови, побольше разрушений, побольше криков. Вот украинцы кричат, видите, я сейчас еще сильнее поддам. Они еще сильнее кричать начнут. И вы, значит, рано или поздно отмените санкции. А я тут сразу же все прощу. И выдам вам этих Захарченко, так сказать, со всеми этими плотницкими. Судите их, каким хотите судом. Еще мне спасибо скажете, что я, видите, как конструктивно выдал преступника международного. Да, вот она, византийская логика. Да. Пожалуйста. Я вот много расписал. Понимаете, что дело? Так сказать, Украина должна осознать свои собственные интересы, в чем они состоят. Вот если Украина четко сформулирует свои собственные интересы, отсюда, так сказать, будет огромное количество следствий. Входит ли, является ли задачей, которая стоит перед украинцем, перед Украиной как государством, свержение режима Путина? На мой взгляд, нет. Нет такой задачи у Украины. В Украине есть задача модернизироваться, идти по европейскому пути, интегрироваться в европейские институты, стать частью, так сказать, Запада в широком смысле этого слова, стать полноправным членом европейского сообщества, в перспективе стать членом НАТО и так далее, и так далее. Стать европейской страной. Какое еще там 20 лет назад стали? Польша, Прибалтика, там, Чехия и так далее, и так далее. Вот. У Украины есть для этого все предпосылки. И поэтому задача свержения Путина не входит в ее задачи. Это задача, так сказать, другого глобального уровня. Это пускай вот европейские чиновники на эту тему думают, там, эти ястребы там, в Пентагоне и прочее, прочее. Вам должно быть все. Путин для вас должен перестать угрозой. Но он должен. Ну, свержение режима Путина — это точно не задача Украины. Во всяком случае, это точно не нынешняя задача Украины. Может быть, когда вы станете богатыми, большими. Я не знаю, что вы делаете. Я могу вам сказать только одно, что я сейчас скажу вещь, которая у вас здесь крайне непопулярна. Я сейчас скажу вещь, которая, наверное, так сказать, вызовет ропот в зале. Но я намеренно обострю и намеренно, так сказать, спровоцирую это. Понимаете, в чем дело? Потому что давайте называть вещи своими именами. Давайте говорить о том, что, в общем-то,
все границы между государствами, которые выросли из союзных республик СССР, и в данном случае Украина не исключение. Это же касается и Казахстана, где я родился, и всяких других республик. В значительной степени условны. Это не границы, которые сформировались в результате многовековой истории этноса, да, которая, так сказать, осуществляет, да, ареал его обитания. Более того, никакая европейская граница не является таковой. Я вот третьего дня был в Страсбурге, ну какая это Франция? Какая это Франция? Или вот во Вроцлав съездите, или в Гданьск, да, или в Калининград, ну какая это Россия? Ну, вот. То же самое, но если никто меня не сможет убедить, что, вот, например, Донецк это Украина, а Белгород это Россия. Это все какая-то такая серая зона, и эти, да нету такого вот фетиша границы, понимаете? Вот с этим фетишем границы вот русские сами себя уже, так сказать, там загнали в какой-то 15 век, понимаете? Вот они отдают там территории величиной, там, я не знаю, с Эстонию в аренду китайцам, да. И при этом держатся за эти два камня в Тихом океане, японцам не могут отдать эти, на которые никто никогда не был, никто не видел, делать там нечего, что за них цепляться. Нет, они, вытаращив глаза, рассказывают, что это там типа политая какая-то кровью территория, какой кровью человек. Удобный выход для Тихоокеанского флота. Или, например, одним нажатием кнопки Хрущев уничтожил новую землю, проведя там взрыв, так сказать, этой бомбы, да? И сейчас, и еще в ближайшие там 100 лет там невозможно будет жить. А эта территория, между прочим, омываемая Гольфстримом, там совершенно спокойно можно какие-то там руду добывать железную и так далее, и так далее. Это фактически та же самая Норвегия. Вот. Он уничтожил территорию размером с Азербайджан. И никто ему слова не сказал. Это к вопросу о том, что мы, так сказать, сильно дорожим своей землей русской. Знаете, ну не уподобляйтесь этим идиотам. Ну что вы, так сказать, носите? Вот. Самый главный ресурс любой страны это не территория, а люди. Есть некий национальный консенсус. Мы хотим быть Европой, мы часть Европы, мы хотим, так сказать, развиваться по европейскому пути, уважать те ценности, которые, так сказать, сформированы в Европе и так далее, и так далее. Кто против? Крым и Донбасс, идите к черту. Зачем они вам нужны? Что у вас с ними общего, с этими людьми? Да, тут просто модифицированная версия этого вопроса, что если... Конечно, признайте их независимость. Конечно, скажите, все, идите. И у Путина сразу на переговорах с Западом по поводу санкций исчезнет этот козырь. Он ничего не сможет разменять. Кроме Крыма. Про Гитлера тоже так думали, что он на Чехословакии остановится. Поймите, вот вы какую-то странную вещь говорите. Чехословакия была промышленное сердце Австро-Венгрии. Она производила примерно треть всего оружия, которым потом вермахт воевал с Советским Союзом. Это было, так сказать, промышленно развитое государство, которое в межвоенный период, между Первой и Второй мировой войной, было, пожалуй, самым богатым в Европе, самым высоким ВВП на душу населения. Чехословакия, чтобы вы понимали. Австрия была бедной аграрной провинцией Чехословакии, чтобы вы понимали. Реально, в той Австро-Венгрии, которая, кстати говоря, частью было вот это вот место. Да? Вот. И присоединение его, это зачем ему Путину этот дотационный регион, о котором мы сейчас говорим? Зачем ему эти уже полуразрушенные шахты, затопленные с обедневшими, так сказать, выработанными пластами и так далее, и так далее? Зачем? Так если мы ему их отдадим, что он будет счастлив? А кто вам скажет, что он их возьмет? А он никак не будет. Вот пускай Пушилин с Плотницким ответил, как они будут. Он же раскрутил внутри России ситуацию, 86% требует войны. Что он предложит нам внутри? 86% не требует войны. Это неправильная интерпретация социологических опросов. 86% поддерживает Путина, а Путин хочет мира. Спасибо. Следующий вопрос. Да, вот сзади. Дмитрий Грибак. Вы знаете, сколько раз Гитлер выступал с миротворческими инициативами? Последний раз в 40-м году. О всеобщем и полном разоружении. Он призывал Англию подписать мир. Последний раз выступал в этом осенью 40-го года. И когда он писал свое политическое завещание 20 апреля 45 года, он написал: в Европе не было человека, который хотел мира больше, чем я. Да, такая вот операция. Пожалуйста.
Дмитрий Грибак, вопрос такой. Считаете ли вы, верите ли вы в то, что демократия популистская может быть эффективна на постсоветском пространстве в проведении экономических реформ, радикальных? Статистика в Украине показала, что только 13,5% украинцев поддерживают капитализм. 86,5% поддерживают либо советский строй социалистический, либо то, что есть сейчас, то есть, условно говоря, халяву. Вот. Поэтому популистская демократия при таких цифрах теоретически должна двигаться назад в Советский Союз, а не в Европу. Вот. И Саакашвили, насколько я понимаю, Пиночет и Назарбаев, они не являлись большими демократами. Саакашвили проиграл демократические выборы, поэтому не надо. Во время реформ, я не знаю, насколько это было. Саакашвили первый срок закончил досрочно, были досрочные выборы, потому что был политический кризис, он выиграл вторые выборы, поэтому не надо все в одну кашу. Да. Значит, вопрос авторитарный. Обращаю ваше внимание, что Пиночет тоже проиграл демократические выборы. Референдум проиграл, да, продление. Но он думал, что он его выиграет, кстати, в этом отличается. Но тем не менее. Значит, он проводил честный выбор, честный референдум. Поэтому, понятно, чем дело. Дело в том, что когда мы говорим о популизме, нужно отдавать себе отчет в том, что если вы вопрос в любой европейской стране поставите в терминах, которые в национальном сознании носят негативную окраску, вне зависимости от их содержательной нагрузки, содержательного внутреннего, как говорится, устройства этих категорий, то вы получите тот ответ, который вы хотите. Если вы на Украине, которая там 70 лет подвергалась воздействию абсолютно коммунистического, социалистического воспитания, подаете вопрос за капитализм или за социализм, конечно, получите ответ, что вы за социализм. Поэтому не называйте это капитализмом, называйте это рыночной экономикой, например. Вот. Зачем это называть капитализмом? Зачем людям совать в нос жупел, который, так сказать, у них на генетическом уровне вызывает отторжение? Ну подождите, пока подрастут люди, которые не воспитывались в духе марксизма-ленинизма как единственного верного учения. Вот. Зачем говорить, например, о эксплуатации человека человеком и так далее, понимаете? Я не очень понимаю, чем эксплуатация человека человеком хуже, чем эксплуатация государства человека. Вот. Человека государством, да. А в реальности, когда мы говорим о государстве, мы говорим о некой элите, которая эксплуатирует весь народ в свою пользу. Поэтому мне кажется, что если говорить о неких глубинных, сутевых вещах, и при правильном разговоре с нацией, всегда можно убедить нацию согласиться на те или иные действия. Вот. Поэтому популизм всегда просто более легкий путь оперирования некими категориями. Мне кажется, что всегда можно, как говорится, найти какие-то базовые точки, оперевшись на которые, всегда можно убедить народ согласиться на некие преобразования. Я абсолютно согласен, что маневр внутри всегда очень легко соскользнуть в популизм. И огромное количество политиков имеют соблазн это сделать, и против него очень трудно устоять, против этого соблазна. Но сейчас у Украины, если говорить конкретно, уникальная возможность избежать популизма, именно объективно ссылаясь на внешние угрозы. И не воспользоваться этой возможностью, это будет предательство элиты по отношению к народу. И меня тем более удивляет, что вот вы, уже доходя в состояние войны, выбрали себе ту власть, которая не в состоянии этого сделать. Но ведь это же вот мы можем теперь говорить, мы последний раз Путина избирали в 99-м году. Уже прошло 16 лет, он уже 3 раза себя избрал сам. Да? Мы тут сказать, уже не ответственны, он диктатор, он нам себя взгромоздил на шею и, собственно, полицейской дубинкой удерживается у власти. И это будет там на 99% правом. Но вы же сейчас не можете сказать, что нынешняя ваша власть
которая узурпировала ее, так сказать, захватила ее обманом. Вы же сами ее избрали, эту власть. А, хорошо, следующий вопрос. Я, вы знаете, я не очень крупный специалист в переговорах Газпрома с Украиной и вообще, так сказать, всего устройства этой газовой, так сказать, мистерии, которая, так сказать, вот уже который год разыгрывается на Украине. И вообще, так сказать, я не очень понимаю. Понимаете, я знаю только одно, что вот когда газ отключили в Грузии, грузины не умерли. Грузины не умерли. Грузины, так сказать, там, выставили буржуйки в окна своих квартир и топили, так сказать, дровами. И выдержали. И газ снова пошел. И электричество снова пошло. И боржом продается опять в России. И вино грузинское продается в России. И ничего грузины не изменили в своей политике. Как проводили, так и проводят. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Вот я не хотел об этом говорить, я вам так скажу. Понимаете, вот вы все время говорите, пусть Россия признает, что она с нами воюет. Пусть Россия признает, что... А вы сами признали, что вы воюете с Россией? Да, через парламент. Да, через... А почему вы у них газ покупаете? А почему вы в Крым товары пропускаете? А почему вы у них электричество покупаете? Вы воюете с ним? Так не воюют. А мы у них газ не покупаем. Покупаете. А, понятно. А вы не покупаете. А вы не покупаете. Да, кто-то Путин отменил вам надбавку третьего дня, да? Вот. Зачем вы у них электричество? Почему вы грузы в Крыму пропускаете? Вот я себе представляю, Гитлер воюет со Сталином. И там где-то гешефты еще, так сказать, исполняют. Ну что это такое, ребята? Ну тогда уже, если вы хотите, чтобы Россия играла честно, вы тоже честно играете. А что вы на свою нацию-то дурите? У вас там ребята, так сказать, воюют и погибают на фронте, а тут кто-то, так сказать, это, дешевто делает. Не надо рассказывать. Пожалуйста. Андрей Базилович, медицинский центр «Легкое движение», врачебное общество Украины. Какое ваше отношение к, ну, вы сказали, отношение к современному правительству, то есть мода уже на Порошенко и на Зинка проходит, мода на Коломойского прошли. Какое вот сейчас мнение и перспективы? Тройсман, Садовой или кто еще? Можно рассматривать? Я не крупный специалист во внутриукраинских модах. Вы знаете, кто такой Садовой? Нет, я не знаю, кто такой. Ну вот видите. Ну такая хорошо, какая перспектива децентрализации и административной реформы? Мое мнение, если вы хотите, да, абсолютно безответственное мнение человека, проживающего в Баварии. Я уж не знаю, каким-нибудь главным начальником, вот самым главным, чтобы, так сказать, вот знаете, как профессор Преображенский говорил, окончательная бумажка. С окончательным начальником назначите Саакашвили. Вот и все. И все у вас будет хорошо. В Конституции есть ценз для будущего президента 10 лет, поэтому Порошенко... Поменяйте Конституцию. Да, что не сильно рискует. Меня вопрос можно? Да, пожалуйста. Спасибо. Мой вопрос связан с экономикой. Давайте от геополитики к рабочим местам, к сущности экономики. Да? Для всех постсоветских государств очень важным вопросом является степень государственного регулирования экономики в условиях переходного периода. Да? Где пределы, на ваш взгляд, вот этого государственного участия? Мы говорим приватизация, либерализация, успешно, неуспешно. Ну, мы видим, насколько успешно, да. У нас олигархов больше, чем экономики. И второй вопрос связан с тем, что для Украины очень важно определиться, с чем она идет в Европу. С зерном, с курятиной, ну, это уже факт, да. А еще с чем? С чем? С каким продуктом, да? Какой продукт эта страна может предложить? Он зависит от бизнеса тоже. Но прежде всего, я думаю, он зависит и от государства. Спасибо. Понять, в чем дело? Дело в том, что
Если мы будем говорить о неком переходном периоде и о необходимости сохранения госрегулирования в этот переходный период, то мой опыт показывает, что этот переходный период никогда не закончится. Он все время будет продолжаться, потому что, знаете, вот, когда Путин только пришел к власти, у депутатов «Единой России» был в парламенте все время такой разговор, что типа сейчас не время для дискуссий, коней на переправе не меняют. И вот у них переправа эта идет уже 15-й год. Вот. И они, похоже, так сказать, идут не поперек речки, а вдоль ее. Они, так сказать, время у них переправа, понимаете? Так вот, это переходный период. Стоит только войти в этот переходный период, вы никогда из него не выйдете. Да? Нету никакого переходного периода. Я вам могу привести простой пример. Вот в ноябре 91 года правительство Гайдара пришло к власти. И страна, так сказать, находилась в состоянии тотального дефицита. Не было ничего. Были пустые прилавки. А потом, в 92 году, по-моему, 5 января, так сказать, был издан указ, так сказать, там, урегулирование цен, нам он какое-то советское очень название имел. И цены отпустили, во всяком случае, основные цены отпустили. И на завтра все прилавки заполнились, и никакого переходного периода нет. Куда делся переходный период? Какое госрегулирование? И чем больше продолжалось госрегулирование, там какие-то части цены не регулировали, тем больше трудностей породилось страны. И потом у них, так сказать, вот помощь. Понимаете, и летом 92 года, когда Матюхин там начал печатать деньги и давать, так сказать, кредиты предприятиям, это уже пополнение оборотных средств, это тогда разрушило всю финансовую конструкцию и породило гиперинфляцию. Вот это вот переходный период и сохранение госрегулирования на переходный период. А когда начали регулировать экспорт с помощью, так сказать, спецэкспортера, там, Сосковец с Глазьевым, но проделал чудовищную коррупцию. И хорошо, так сказать, Ельцин потом отменил всех этих спецэкспортеров. Все это госрегулирование, все это чудовищное, так сказать, Панама в условиях уже начавшихся рыночных отношений. Все это, так сказать, мне кажется, не более чем... Понимаете, любое госрегулирование в рамках рыночных отношений так или иначе чревато коррупцией. Так или иначе чревато коррупцией, дерегулированием, сбитием прицелов, разрушением механизмов гомеостазиса и вообще выходом, так сказать, из так называемых рыночных отношений. Вот. Поэтому, да, безусловно, есть, как говорится, рычаги воздействия на экономику с помощью государства. Даже в рамках рыночной экономики. Я не знаю. Госинвестиции. Ключевая ставка, так сказать, ставка процентов, процентов, да, так сказать, денежная база, налоги. Вот это вот все. Но это никакой не Америка. Вот эти вы регулируете, больше нечем. А все остальное это от лукавого, все это болтовня. Дайте я порулю, знаете, лично, так сказать, в ручном режиме. Ну, я же почему. Как только кто-то рвется чем-то регулировать, значит, он хочет украсть. Вот тут простой, да, дайте я порегулирую, все, все ясно, так сказать. Уже там, так сказать, люди с мешками стоят за его спиной. А с чем в Украине идти в Европу? Извините, могу, извините, мы не полемизируем, я хочу ваш второй вопрос задать. Ну, простой, с чем в Украине идти в Европу? Не простой, знаю. Но... не знаю. Я не крупный специалист в области украинской экономики. Я могу вам сказать только одно, что когда Латвия, там, Эстония и Литва пошли в Европу, да, то, ну, я, конечно, сейчас утрирую, они просто, так сказать, на все советские заводы загнали бульдозер и снесли их под куль. Вот. И потом пошли в Европу. И что-то они себе там нашли, да? Вот как-то они туда пристроились и как-то нормально функционируют. И что-то, так сказать, они в этом европейском разделении труда, как говорится, какую-то свою нишу нашли. Какую? Черт я знаю. Говорят, эстонцы скайп изобрели, да? Да. Поверьте, 40-миллионный народ, не самый глупый, не самый ленивый на свете, найдет, что предложить мировому сообществу интересного, чтобы у него это купили. Найдем. Еще? Да, пожалуйста. Здравствуйте, снова. Я хотел узнать ваше отношение к реформе. Вот вы вначале как раз отметили, что у нас реформы идут. Идут почему-то долго, что-то не получается. И наши современники, я не помню, кто говорит, что страна, Украина уникальная страна, которая обладает уникальными способностями, скажем так, эти уникальные, так сказать, возможности, которые появляются, просто их пропускать. Если бы в 2004 год это происходит вроде бы как сейчас,
уже прошло год, реформы, все говорят о реформах, все говорят правильно, кого не послушаешь, все говорят правильно, но в общем почему-то не получается. Вот почему-то как бы каждый имеет свое мнение, и правильное мнение, но оно не идет. Еще недавно с вами интервью институт Коломойского депутата говорил, что Украина это итальянская страна. То есть нет, тара привыкли договариваться. Много сотен лет не договариваются. Возможно, это имеет отношение к тому, что наша реформа мы никак не можем правильное внимание, правильную реформу, наконец, в конце концов, что нужно для того, чтобы они взяли и пошли. Вот все-таки именно в том понимании, в котором они есть. А ответ про Саакашвили вас не устроил? Это... Потому что, да, пожалуйста. То есть я буду подбирать ответ до тех пор, пока он не подбирает. Пока не строит. Все, вторая попытка. Понимаете, чем дело? Вы начали с того, что сказали, что я сказал, что на Украине реформы идут. Я это не говорил. Я говорил, что на Украине реформы не идут. Вот. Теперь что нужно, чтобы они пошли? Понимаете, чем дело? Дело в том, что я не очень крупный, я еще раз говорю, я никогда не занимался Украиной специально. И я никогда не позиционировал себя как человек, который, как говорится, посвятил себя изучению украинского вопроса. Мое выступление перед вами здесь, это вот идея Владимира Федорина, который говорит, что я, помимо прочего, еще и очень популярен на Украине. Я о своей этой популярности не очень осведомлен, но тем не менее, вот я перед вами выступаю и... Не нужно блоги такие писать, какие вы пишете в Фейсбуке, мы же их читаем. Да, прекратите немедленно. А разве я сказал, что мне это не нравится? Но какие-то свои представления об Украине у меня, безусловно, есть. Я там книжки читал в детстве, там, бывал на Украине, так сказать, у меня много друзей украинцев и так далее, и так далее. Понимаете, мне кажется, что для того, согласитесь, что это новое государство, которое, в общем-то, в значительной степени и критично. Вот. И вот из этого вот разнообразия, как говорится, субэтносов сделать единый народ с какой-то единой ментальностью, едиными, так сказать, обычаями и так далее, очень довольно сложно. Довольно сложно. Вот. И для того, чтобы понять, как быть, какие реформы здесь пойдут и какие реформы не пойдут, какое государство, вот тип государства здесь строить, а какой не строить, мне кажется, нужно как бы понять некий главный лейтмотив вот этого вот разнообразия субэтносов, которые собрались на этой территории. Есть ли у них что-то общее? И вот если вы спросите меня, я еще раз говорю, я могу ошибаться, потому что я абсолютно не специалист, это вот на уровне, так сказать, ощущения, на кончике пальца. Мне кажется, есть ключевой, так сказать, вот такой посыл, что ли, или некий такой вот девиз, который, мне кажется, очень подходит для Украины. Украина, украинец, он, когда я говорю украинец, это очень условное понятие, я имею в виду, так сказать, очень разнообразных людей, вот, он по природе своей очень анархичен, и два наиболее выдающихся проявления украинского духа, которые, в общем-то, остались в мировой истории, это, безусловно, прежде всего, запорожское казачество, и, во-вторых, это батька Махно. Это, безусловно, лучшее проявление в самом хорошем, самом позитивном смысле анархизма. Это способность, удивительная способность к созданию самоуправляемых структур. Вот этот Майдан ваш, который вы справедливо гордитесь, это как раз очень яркий пример именно этого. И мне кажется, что сейчас на Украине, вместо того, чтобы вот позволить вот так вот государство снизу построить, его строят сверху. А ментальность украинская вот это вот сверху не воспринимает. Для них государство это понарошку. Это все фуфель. Помните, как вот у Жванецкого, который, кстати говоря, тоже вот в этом широком плане Украины.
А говорит, государство спрашивает народ, как ты живешь? Он говорит, хорошо, а сам что-то откручивает, откручивает. Помните это, говорит. Вот. Это вот, вот это вот отношение к государству, потому что это не я построил. Это не я выбрал. Это не мое. Поэтому, когда я говорю о том, что государство нужно снизить, и Александр II, когда начал строить государство снизу, с местного самоуправления, вот так вот государство бы надо построить. Вот если бы вы сумели построить государство снизу, вот от этого своего анархического, самоорганизующегося, самоуправляемого украинского, так сказать, духа, то в завершении водрузили бы себе какого-нибудь гетьмана там, или там, президента, как назовите, там, Круля, тогда бы это государство вы любили и ценили. И тогда считали своим. Я не знаю, может быть, я очень сумбурно сказал, я вам говорю просто, так сказать, все на уровне ощущений. Ну, здесь на самом деле незримо присутствует еще Каха Бендукидзе, которому 3 года назад тоже задавали вопрос, да, как нам стать единой страной. И он сказал, что, на его взгляд, есть только один способ – торговать. Западу с Востоком, Югу с Центром, Центру с Востоком и так далее. Да, то есть его слова были, что я вообще нации не строятся с помощью коллективных песнопений, а вот с помощью торговли они очень даже строятся. Да? И вот, в принципе, это вот как бы развитие того, о чем сказал Альфред. Ну, нужно убрать государство отовсюду, где оно мешает торговать, где оно мешает строить вот эти горизонтальные связи. Да, и тогда действительно украинец из Востока. И в этом фундаментальное отличие украинской ментальности от русскому. Дай монарха, который, так сказать, власть-то не от мира сего, которого, так сказать, миром помазали, понимаете? Которого, так сказать, на царство крестили. Вот чтобы вот я понимал, что я никак от него не зависит, он никак от меня не зависит. Чтобы вот я полностью себя вручил ему. Вот в свое время Лотман, великий, так сказать, семиотик, так сказать, я не знаю, написал фундаментальную статью о вручении себя князю. Знаете, вот это вот, ну это длинная история про русский, как говорится, про русскую ментальность, русские, так сказать, представления об идеальном государстве, но оно фундаментально отличается от украинского. И в этом смысле украинцы, конечно, так сказать, дикие анархисты. И не учитывать этого факта, ну, на мой взгляд, это просто утопия. И поэтому вот то, что я вижу, украинский народ, вот это вот государство, которое возникло, так сказать, после краха Советского Союза в Киеве, оно, так сказать, не стало своим еще. Оно не возникает как вот мое, так сказать, государство, которое создано в том числе и моими руками. Но не, какая-то такая, вот там люди понарошку собрались, что-то такое верещат, а я тем временем откручиваю. Друзья. Вообще, получается, что нужно помириться с Россией тогда? А как мы будем торговать без России? С кем? С собой торговать, с Европой торговать. Потому что всегда шла долго сюда. Украинцы были между двух территорий. Два мира. Да, а как не просто Львов? Хорошо. Еще, пожалуйста, 2 вопроса. Да, молодой политолог из Мариуполя, пожалуйста. А вот, дайте сзади. Константин Батовский, Мариуполь. Вопрос немножко не про экономику, не про политику, больше про слова, культуру, интернет. Одним из очевидных следствий этой войны стало то, что мы полностью размежевались в культурном плане. Сюда больше не ездят российские звезды, мы стали меньше читать российских текстов. Размежевание произошло по линии интернета и социальных сетей. У нас бурным очень выстрелило книгопечатание и производство собственного контента. Поэтому в связи с этим вопрос такой, как вам кажется, вот лет через 5 замкнется ли Россия в сама себе именно в культурном плане? Потому что Украина — это крупнейший рынок культурный для России. На сегодняшний день этот рынок закрывается. И второй вопрос, это все же какие можно найти слова для того, чтобы лет через 5 люди начали разговаривать между собой снова. Потому что этот конфликт разрушил семьи, отношения, дружбы. И на сегодняшний день общих слов нет. Могут ли эти слова появиться и какими должны быть эти слова? Спасибо. Первый вопрос был про ренессанс украинский, да, и который является... Ренессанс, да, и не кажется ли вам, что, ну, собственно, на этом культурная экспансия России, она закончилась, она остановилась, это
культурная российская сфера. Ну, культурная экспансия России закончилась уже давно. Культурная экспансия России закончилась уже лет 25-30 назад. Потому что, насколько я знаю, ЮНЕСКО отнесло русский язык к умирающим языкам, поскольку по определению ЮНЕСКО умирающим языком является язык, свободное владение которым, количество людей, свободно им владеющих и считающих родным, сокращается в течение 10 лет. Вот русский язык – это умирающий язык. И поэтому культурная экспансия России остановилась когда язык начинает умирать, потому что основа культуры – это язык. Вот. В этом нет ничего плохого, кстати говоря, немецкий язык тоже отнесен к умирающим языкам. Просто экспансии нет. Нет экспансии немецкого языка, нет экспансии французского языка, нет экспансии русского языка. Есть экспансия английского, китайского, какие там еще языки какие-то, персидского, например, наверное. Вот. Но не арабского, но никак не русского. Вот. Поэтому бояться культурной экспансии России не надо. И то, что она уже остановилась, это факт отнюдь не умирания как таковой русской культуры, это просто демографическая констатация. Вот. Это первое. А что касается второго, что через 5 лет мы друг другу скажем, когда война закончится. Ну, знаете, я в данном случае жесткий эмпирик. Я могу вам сказать, ведь нашли же, что сказать друг другу французы с немцами. Да, и мы найдем, что сказать друг другу. Вам кажется, это будет все-таки старая песня о главном, о том, что вот как здорово когда-то было раньше? Или все-таки давайте ценить жизнь и не будем воевать, и пойдем хотя бы Европу снова у угла, потому что единственное нам понятное... Ну, знаете, я не знаю, я же, так сказать, не Ванга, откуда я знаю, что будет через 5 лет и что мы друг другу скажем. Что-то скажем. Но это вопрос к вам не как к Ванге. Ну, вот Вилли Брандт приехал, так сказать, в Варшаву и встал на колени, да, и после этого начался польско-немецкий диалог. Ну и здесь какой-нибудь новый Вилли Брандт из Москвы приедет и встанет на колени. Ну, Ходорковский не встанет, да, как мы с вами понимаем? Или встанет? А кто сказал, что он новый Вилли Брандт? Ну, мало ли. Ну, посмотрим. У него, кстати говоря, сегодня день рождения. Ну, Ходорковский. Круто. Последний вопрос, пожалуйста. Маленькая ремарка. Вилли Брандт стал на колени в 74-м году. Видите, цифры сложили, поэтому он не сразу упал. Но перед дело в том, что раньше Аденауэр, он не был, да? Канцлером. Перед этим был Аденауэр, да, 17 лет был. Ну, меня спросили через 5. У меня к вам и вопрос, и такая небольшая просьба. У нас в стране очень модно, ну, критиковать вот нынешнее правительство, да, все там с моды вышло, все мудаки, власть забрали, ясно из Днепра. И почему-то у нас нет такого слова в лексиконе. Что вы скажете по этому поводу? Как саботаж. А могу сказать, в Днепре, ведь и не только в Днепре, да, в других городах Украины, ведь местная власть не поменялась. А у нас как была Франция компартии в Горсовете, так и есть. Как было 90% партии регионов, они сидят, у них называются по-другому, это же самая партия регионов, те же самые люди Януковича. Мы там с ними чуть боремся, но они в глаза говорят, лично мне не раз говорили, там я с Мариановичем, да, не в этом сейчас дело. Пацаны, мы вас саботажим задолго. Вот эта ситуация, когда вкладывается, что Яценюк не то, то не то, то не то, мне кажется, что это специальные информационные технологии, которые нам вбрасываются. Все это закончится Грузией. Это опасная штука. Кто сейчас знает эту фамилию президента Грузии? А Саакашвили знали все. Вы заметили, что Грузия Саакашвили была нашим другом, а не Грузия Маргвелашвили, это президент Грузии. Понимаете? Потому что высшее сейчас руководство Грузии – это люди Путина. Не забывайте. Подождите, вы хотите сказать, что Яценюк – это Саакашвили сегодня? Я, да? Не говорю про Яценюка ничего, я сказал про слово «саботаж». Потому что Путин, когда Саакашвили, извините, сделал демократические выборы в Грузии в 2012 году, да, он разрешил все, его попросил, ну, уйди по-честному, сделай выборы по-честному. Все выбрали. Знаете, чем все закончилось? Честность. Зашел Путин со своими деньгами на каналы Грузии,
Там такое лилось на Саакашвили, реки лились грязи. Реки. Демократия. Ну, простите, понимаете, в чем ваш вопрос? В чем вопрос? Что не вопрос, а значит, вопрос. Вам не кажется, что слово в Украине слово саботаж нужно чаще употреблять по саботажу местных властей реформ? Это правда, действительно так, потому что есть саботаж. И еще одна просьба, пожалуйста, я часто читаю ваши блоги, да, наверное, регулярно, там, ну, поскольку бывает возможность. Напишите, что все-таки многие эксперты западные тоже, там, Андрюс Кубилюс, например, да, литовский бывший премьер-министр, он лично мне говорил, что у вас очень прекрасное правительство по сравнению с теми, что были до того. Он говорит, по сравнению с теми, что было, это небо и земля. Он лично мне говорит, вы поддерживаете его. Потому что мочить легче. Напишите, пожалуйста, в блоге что-нибудь позитивное. Не надо мочить. Но правительство их президентов. Это неправильно. Понимаете? Это закончится Грузия, ребята. А вам Львов, кстати, понравился? Или вы еще и не все. Успели? Поэтому вот насчет слова, пожалуйста, саботаж. Вот вы согласны с этим или нет? Что слово саботаж нам надо употреблять чаще в лексиконе, да, чтобы ну, мы понимали, что саботаж на местах существует. Его нужно преодолевать. Потому что сваливать все наверх очень сложно. Спасибо. Вы знаете, я мало того, что я не украинский политик, но я даже не украинский гражданин. И я вас удивлю, наверное, сказав тем, что я даже не живу в Украине, понимаете? Вот. Поэтому давайте вы как-то вот сами со своими саботажами и со своими, так сказать, этими людьми будете разбираться. А насколько я понимаю, если я и популярен на Украине, то вот именно вот за эту вот позицию того, чтобы писать о том, что я думаю, и то, что я считаю правильным, а не о том, что, так сказать, от меня хотят услышать, и то, что было бы сейчас верно, с учетом политического момента написать и поддержать такое вот правительство Яценюка, потому что вот коммунисты на местах, так сказать, душат инициативу молодого демоформатора. Ну это вот у вас есть огромное количество политиков, ну так и занимайтесь этим. У вас есть свой блог, напишите в нем, что вы поддерживаете правительство Яценюка. А я буду писать то, что я считаю нужным, то, что я считаю правильным. Иначе я не стану популярным. Последний вопрос задам в качестве модератора, такой личный вопрос. В принципе и вы, и я, мы граждане России, в России не живем, но... Вот война с Украиной. Для меня она стала таким, во-первых, неожиданностью, во-вторых, там, на этом конфликте и пропагандистском, и реальном. Ну, от меня отсеялась какая-то часть друзей, как, знакомых. Вот для вас вот эта украинская война, потеряли ли вы каких-то российских друзей? Да? Стало ли удивлением, сюрпризом чья-то позиция? Вы знаете, как ни странно, ну, во-первых, изначально у меня друзей не так много. Вот. И те из них, которые оказались не друзьями, они давно уже потеряны. И те, что у меня остались, они абсолютно так же относятся к этой войне, как и я. И поэтому их я не потерял. Ну, за исключением тех, кого убили, или кто умер, как карта от сердечной болезни. Вот. Что касается моего личного отношения к этой войне, я считаю это преступлением российской власти, персонально Путин. Я думаю, что рано или поздно за это ответят те, кто эту войну начал. Вот. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Никакого там внутреннего восстания, так сказать, жителей Донбасса против там киевской кунты, конечно же, не было. Вот. И преступление, военное, там, государственное, какое угодно преступление, их надо судить, этих людей, международным судом. Для меня это совершенно очевидно. И, в общем-то, мне особенно говорить об этом не надо. И я думаю, что даже они сами это прекрасно понимают, поэтому и остановиться не надо. Потому что они прекрасно понимают, что если они остановятся, то их ждет тюрьма, в лучшем случае. Поэтому пытаются свою собственную безопасность разменять на какое-то умиротворение. Хорошо. Ваша заключительная, может быть, короткая реплика, обращение к нашей аудитории. Чем бы вы хотели закончить эту встречу? Официальную ее часть, по крайней мере.
Ой, я не знаю. Я, в общем, не очень большой специалист по пафосным словам. Не пафосно. Да, я могу вам сказать, что Украина у меня не перестает вызывать какую-то оторопь. С одной стороны, совершенно фантастическая пассионарность нации, которая, конечно, ничего кроме зависти у россиян вызвать не может. Это способность вот к, так сказать, с голыми руками идти на пулеметы, это, безусловно, как говорится, какая-то недостижимая вещь для россиян. Вот. А с другой стороны, такое полное полное инфантилизм, какое-то ребячество и какое-то вот совершенно несерьезное отношение к выборам, ну, мне кажется, поражает. Ну, казалось же, если вы уже, так сказать, там трупы сотнями хороните, так уж выберите же наконец людей себе, тех, которых действительно, с которых вы спросить можете, которые будут выполнять то, что они обещают, и так далее, и так далее. Ну, это надо просто вот руки опускаются. Ну, честное слово, это... Я не знаю, как это назвать. Но вот россиянам пофигу все, так они и на улице не выходят. У вас вот за что вы, так сказать, на Майдане-то погибали? Объясните мне, за что? Вот за это? Вот это меня поражает. Вот эта внутренняя противоречивость. Вот россияне, это такие вот, в общем, достаточно понятные. Вот им пофигу, так вот они и сидят, в носу ковыряются, понимаете? Их там грабят, убивают, он резиночкой трусов поигрывает, и телек смотрит, и все. Понимаете? А вы, так сказать, покрышки жгли, месяц там кашеварили, какие-то там бомбы бросали, все. И хрясь, те же яйца, только вид сбоку. Это как называется? Ради чего? Что это было? Поразительно. Да, в общем, на призыве консолидировался все, что мы заканчиваем.